Доброе утро! Это проект «Заряд бодрости». Добро пожаловать на йога-марафон 10/7. Я приветствую Айгуль. Привет, Радмила. Привет. Это наш преподаватель йоги, и она приготовила занятие для третьего дня нашего йога-марафона против осенней хандры. Первое занятие у нас было посвящено Сурья Намаскар, приветствие солнца. Второе занятие мы с вами изучали позу стоя. И сегодня я вам предлагаю все это соединить в связке, и практика получится у нас такая более активная. Зажигающее. Начинаем. Начнем с Садха Мукшванасаны. Собаки морды вниз. Согните ноги в коленях и ладони прижмите к полу. Поставьте ладони на ширину плеч. Шагните правой левой ногой назад. И сделайте Садха Мукшванасаны. Собака морды вниз. Стопы у вас на ширине таза. Пятки немного разводите в сторону, так чтобы ваши внешние края стоп были параллельно полу. Хорошо отталкиваясь руками, вытягиваем ягодицы вверх, вытягиваем позвоночник. И сейчас приподнимите правую пятку, а левую сильнее к полу, так чтобы хорошо растянуть икроножные мышцы. Опускаем правую пятку, левую поднимите от пола. И еще раз меняем правую пятку вверх, левую к полу. И последний раз поменяйте правую пятку к полу, левую от пола. И теперь обе пятки к полу. Подойдите ногами к рукам. Поставьте стопы вместе. Сделайте наклон. И поднимите руки наверх. И опускаем. Руки наверх. Урдхвахастасана. Сделайте наклон. Уттанасана. Хорошо прижмите ладони к полу, шагните правой левой ногой назад и сделайте Садха Мукшванасана, собака морды вниз. Садха Мукшванасана будем держать несколько циклов дыхания. Вдох, выдох через нос. Не забывайте про дыхание. Плечи, трапеции от ушей. Шею держите расслабленной, мышцы лица расслаблены. Сильные руки и сильные ноги. И сейчас приготовьтесь для выполнения Утхита Триконасаны. Шагните правой ногой вперед. Поставьте стопы таким образом, чтобы пятка правой ноги делила левую стопу пополам. Правой рукой захватите правую лодыжку, а левую руку вытягивайте вверх. Отталкиваясь правой рукой от правой ноги, разворачивайте грудную клетку справа налево и взгляд на большой палец левой руки. Колени подтянуты, стопы хорошо прижимайте к полу. Ладони опускаем на пол. Возвращаемся к Садха Мукшванасана. Теперь сделайте планку. И можно добавить Чатурангу Дандасану. Кому пока сложно, пропускайте. Урдва Мукшванасана. И Садха Мукшванасана. Собака мордой вниз. И теперь левой ногой шаг вперед. Также проверяйте положение стоп. Пятка левой ноги делит правую стопу пополам. Левой рукой берем левую лодыжку, правую руку вытягиваем вверх к потолку. Колени подтянуты. Не забывайте разворачивать грудную клетку слева направо. Если в триконасане у вас напрягается шея, то просто голову опускайте вниз, не сжимайте шею. Дышим. Ладони на пол. Садха Мукшванасана. Подойдите ногами к рукам, стопы вместе, сделайте наклон, руки наверх, вдох и через сторону выдох. Вдох, Урдхвахастасана, наклон, Уттанасана. Ладони прижали, правой левой ногой шаг назад, собака морды вниз. Садха Мукшванасана, дышим, три цикла дыхания, держим позу. Активизируйте ваши руки, ноги. Сильные руки, сильные ноги, шея и лицо расслаблено. И теперь приготовьтесь для Веры Бадрасаны 2. Правой ногой шаг вперед.
Также пятка правой ноги делит левую стопу пополам. Согните правую ногу до прямого угла, правое колено над правой пяткой. Руки вытягиваем в сторону и поверните голову направо. Взгляд поверх среднего пальца правой руки. Дышим. Хорошо, ладони на пол. Адхамукшванасана. Идем в планку. Чатурангу. Урдхамукшванасана. Адхамукшванасана. Левой ногой шаг вперед. И поза воина 2 влево. Левую ногу сгибаем до прямого угла. Руки в сторону. И голову поверните налево. Взгляд поверх среднего пальца левой руки. Следите за тем, чтобы ваше левое колено было над левой пяткой. Задняя нога правая, она прямая. Также хорошо работают ноги, стопы хорошо прижимайте к полу. Ладони на пол. Собака мордой вниз. Идем ногами к рукам. Стопы вместе. Сделайте наклон. Руки наверх поднимаемся, корпус вверх. И через сторону выдох. Вдох, урдхвахастасана. Выдох, уттанасана. Вдох, смотрим вперед. И на выдохе адхамукшванасана. Собака мордой вниз, дышим. Приготовьтесь для утхиты паршваканасаны. Правой ногой шаг вперед. Также пятка правой ноги делит левую стопу пополам. Руки пока поставьте на пояс. Сгибаем правую ногу до прямого угла. И теперь правую руку приподнимайте вверх, удлиняя правый бок, делайте наклон и опускаете ладонь на пол за ступню. Правое колено и правое плечо у вас касаются друг друга. От этого движения разворачивайте грудную клетку справа налево. И теперь левую руку вытягиваем над головой. Утхита паршваканасана. Взгляд наверх. Дышим. Хорошо. Ладони на пол. Адхамукшванасана. Планка. Чатуранга. Урдхамукшванасана. Адхамукшванасана. Левой ногой шаг вперед. И утхита паршваканасана влево. Левую ногу сгибаем до прямого угла. Вытягивая за левую руку, удлиняя левый бок. Ладони опускаете на пол за левую ступню. Грудную клетку разворачиваем слева направо. И правую руку над головой. Удлиняйте весь правый бок. Взгляд наверх. Хорошо держите позу с сильными ногами. Хорошо. Ладони на пол. Адхамукшванасана. Идите ногами к рукам. Стопы вместе. И сделайте наклон. И руки наверх. Вдох. И через сторону выдох. И еще вдох. Наклон, выдох. Ладони прижмите. Шагаем правой, левой ногой назад. Адхамукшванасана. Дышим. Сделайте планку. Остались. Несколько циклов дыхания, остаемся в планке, дышим. Наблюдайте за вашей поясницей, поясница не прогибается, пупок позвоночнику. Вы остаетесь на сильных руках и на сильных стопах. Адхамукшванасана, дышим. И еще раз планка. Держим несколько циклов дыхания. Пупок к позвоночнику. Не висите тазом. Не висите бедрами вниз. Как бы бедра поднимаете от пола. Чатуранга.
Урдва Мукшванасана. Адха Мукшванасана. И подходите ногами к рукам. Сейчас ступни поставьте на ширину таза. Сделаем несколько вариаций утанасаны. Ладони под плечами. Живот, грудину направляйте вперед. Втягивайте грудной отдел. Спина прямая. Сделайте вдох. И с выдохом наклон. Ставьте ладони с нижних сторон стопы. Если есть возможность, сгибайте руки в локтях. Локти в сторону. Расслабьте шею, макушку, головы тянем к полу. Колени подтянуты. И теперь тремя пальцами, указательно большим и средним, возьмите большие пальцы ног. Вдох, посмотрите вперед, натяните руки. И с выдохом глубокий наклон, сгибаем руки в локтях, локти в сторону, грудную клетку тянем к коленям, макушку головы тянем к полу. Стопы хорошо прижимаете, ноги прямые. Хорошо, поставьте руки на пояс. И со вдохом поднимитесь. Я благодарна нашей практике. Спасибо. Спасибо большое, Гуль. Замечательная практика. Бодрит. Согревает. Да, согревает. Никакой депрессии, никакой осенней хандры. Спасибо. Ждем вас завтра на 4-м дне. И напоминаю, что все занятия марафона вы можете найти на нашем сайте, а также другие видео нашего проекта. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Oh boy.